come clean. Ой, Эльзябра с голосом где-то впереди пошла, так что смотри, может кто наберет. Ну давай постоим, посмотрим. Привет, друзья, у нас сегодня очередная охота. Охота с кумом в заброшенных садах. Собачка. Ну и все получится, смотрите, как это было. Иди сюда. Все, она пришла ко мне. Все, заходим дальше, сейчас я зайду, тебе скажу когда. Пощи, пощи, пощи. Ну давай постоим сзади, где-то зябра гавкает. Да что-то да, ну видишь, она с голосом бегала, значит кого-то гоняла. Ну что, друзья, вот он, красавец. Опять сволочь камера подводит. Скотина только что вырубилась. Короче, друзья, беда бедой. Не знаю, что опять. То ли шнур, то ли пауэрбанк. В момент, как заяц выскочил, я слышу, камера пим-би-би-би-бим. И все, получается, вырубилось. Ну, зайчик был взят сейчас в саду. Ну, пятерки как бы у меня меньше. Вот семерка. Вот такой патрон, практик. 7,32 грамма. Заяц лег вообще, ну, метров было до него 25, как бы не так и далеко. Поэтому все это реально работает. Извиняюсь, ну, дай бог, чтобы сейчас камера дальше снимала. Что-то начинает пауэрбанк сразу резко показывать разряд. Хотя заряжен полностью. Стоит его сейчас как бы на подзарядку поставить, но не, неоткуда его воткнуть. А сразу покажет, что полный. Раньше такое было со старым пауэрбанком, когда провод, видно, коротил. Сейчас провода разные, не знаю. Короче, может его менять уже пора. Все, идем дальше. Пожелайте нам ни пуха, ни пера. Думаю, хоть какой-то кадр должен быть. Зайчик по-любому есть. Мы сейчас в саду. Все, счастливо, пока. Удачи всем. Семерочка выручает. Говноед. Ты меня называла. Ага, ну а я только этого мало. Ага. Заяц был, и лежит он теперь в рюкзаке. Ну а я дальше рифма закончилась. А вот и момент с другим косым. Зябра, у тебя кумка, то у меня ее нету. Сейчас я посмотрю, кумчик, подожди. Пролетела почти по мне. Да не шугайся, я вниз стрелял вообще в дебрях, кумчик. Ты чё, вниз в траву. Начинаю тебе про Эльзябру говорить. Он скакает метрах в пяти влево в дебри. Я его нету. Смотрю, потом мелькает. Я веду, опять нету. Потом раз, он вроде как затаился, знаешь, на месте. Я через ветки
и он пулей пошел. Ну, целился прям по нему, ну влево кота назад. Сейчас тут пройдусь, посмотрю быстренько. Эльза, ко мне, Эльза. Иди ко мне, иди, 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 Эльза. Пощи, 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 пощи. Давай, 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 Эльза, пощи. Пощи, пощи, вперед, пощи. Давай, давай, пощи, 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 пощи. Давай. Пощи. Вот так вот, друзья, видите, то, что потенциальный был заяц. Ну, тут дебри, конечно, на камере вообще, может быть, практически его видно не будет. Ладно, кумчик, пошли. Не нашел я, прошелся назад, Эльза побегала, ни хуя. Вот. Потенциальный заяц встал рядом, но сразу же в дебри ушел. Я раз, а его уже не видно. Потом появляется, вроде как медленно, так я стреляю через ветки, но дробь бы его настигла. То ли такой момент, что он в этот, как бы, период времени стартанул. Короче, ушел. Ну, видишь, как близко встал, метров 5, причем только я по рации начал говорить, он вскакивает. Так что плотно лежит. Несколько раз было слышно, как Эльза с голосом кого-то гоняет. Ну, похоже было, что это все-таки зайцы, потому что в момент поднятия фазана на крыло это тоже слышно с расстояния. При выходе на край отличился кум. Так, кумчик, выхожу на стерню. Вот так вот, да? С полем? Ну что, друзья, вон и кумчик уже косово тянет. Вон идет по краю. Смотрите, какой красавец. А ну-ка, кумчик, задери на камеру зайца повыше. О, красивый какой. Зачет, зачет, хороший. Так что все у нас получилось. Единственное, такой красивый заяц у меня вылетел. Иду по саду, травочка. И он отель, ну такой средненький, как бы молоденький этого года. Выскакивает боковой, я его еще метров 15, наверное, попускаю. Ну, был метров под 20-25. Чуть попускаю, тогда 30 метров жах. Семерка, опять же, замечусь. Вот такой патрончик. Вот такой патрончик. 7 на 32. И он лег, вы знаете, вообще даже я к нему подхожу, он уже бездыханно. Не дрыгается, не дышит вообще, без всяких предпосылок. Вот. А второй, конечно, ну, можно сказать, что он был 100% такой, знаете, как, которых не берут. Я только акуму собрался по рации сказать, наклоняюсь, так вот кратце, он скакивает метров 5, а вот такие вот дебри даже сильнее, и в эти дебри уходит. И раз, ружье моего не видно уже, потом смотрю, мелькать начинает, думаю, ну где-то ж ты появишься. Раз, там более-менее чисто, смотрю, он как бы... То ли сел, то ли как-то начал бежать туда. Стреляю по нему прям. Ну, думал четко. Смотрю, он пулей влево. Думаю, не похоже, что попал. Подхожу, пуха, правда, нету. Но она мелкая дробь, еще сильно-то пуха и не выбивает. Зайца, это крупная бьет. Эльзябра прибежала, походили, посмотрели. Нигде не видно. Дай бог, чтобы я в него не попал. И, соответственно, чтобы он не был никаким ни подранком. Или не тот случай, когда, знаете, бывает. Бьешь, он метров 100 пробегает, потом падает и... Замертво, там сердце битое, не сердце, легкое, вернее. Ну, вот, ну, Эльза побегала, вроде как мы прошлись метров 30. Конечно, это не показать. Вот такой вот красавец. Кумчик сезон открыл. Что ты, вторым? Пятерочка выручает, ребята, слышали? А семерочка вообще рулит. Хороший. Ну что, кумчик, с полем? Уши, гля, продырявленные, слышишь? Короче, он встал метров 5. Ага. Я шел, попускаю, бах.
Смотрю, крутится. Подхожу, он еще. А зачем добивал? Ну, я думал, он голова поднялась, знаешь. Как... Ну и что? Ну, побежал бы. Зябра с тобой была? Да. Она бы его порвала, зябра, да? А? Ну, видишь, такой небольшой. И не маленький. Ну, у меня чуть меньше. Да? Ага. Ну, тут нормально считается. Понятное дело, не крупный, не такой, как ну, они в конце. Аля, жопа уже сидеет, да? Белеть начинает. Зиму чувствуют, ребята. Сейчас чайку и по домам. Он сам себя тебя ищет. Да, то есть ну, проблем... Она сегодня на троих подняла. Ну, огавкала и там, и справа. То есть, по-любому, кума, это она за зайцем бегала. Ну что, друзья, вот такой вот у нас результатик. У кумчика чуть крупнее. У кума хороший зайчик. У меня он молоденький, но будет сладкий. Поэтому можете нас с полем поздравить. Все у нас получилось. Вот такие косяки. Иль зябра.